Три автостанции в Симферополе прошли дезинфекцию. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты обработали курортную, западную и восточную станции, передает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму. В составе группы 10 человек. Специальным раствором обработали 2000 квадратных метров помещений и 1500 квадратных метров прилегающей территории транспортных узлов. Особое внимание уделили перронам, служебным помещениям, входам, лифтам, лестницам и эскалаторам, а также поручням и перилам. Подразделение МРХБ защиты Главного управления проводит дезинфекцию объектов Крымавтотранса. В данном случае в городе Симферополе автовокзал курортная, западная и восточная. Обработанные внутренние помещения, а также прилегающие территории. Специалистов МЧС уже привлекали к обработке центральной городской больницы в Армянске. Группа продолжит дезинфицировать объекты в Евпатории, Красноперекопске, Феодосии и Керчи.